В Коми внесли поправки в закон об охоте. Были изменены сроки, в которые необходимо подать заявление на получение разрешения на охоту на животных, лимит на добычу которых устанавливали боровая и водоплавающая дичь, а также пушные животные, за исключением выдра и соболя. Если раньше заявления на разрешение добычи животных принимались за 30 дней до начала охотничьего сезона, то теперь соответствующую форму можно. За 90 дней сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.